Батюшки, благословите. Раба Божия Галина. Отец Дмитрий, можно вам задать такой вопрос по Евангелию? Вот когда пришел креститься Иисус Христос, к нам предтечу, почему вот как бы он сделал вид, что он его не знает? Они же были, в принципе, по своей сущности родственники. Нет, он никакого вида не делал, но они на протяжении длительного времени не общались. Ну, по разным причинам. Они жили в разных местах, и уже одно дело, люди, ну, в детстве встречаются, а другое дело, когда они становятся взрослыми. Может быть, и это... Но специально, конечно, никто никакого вида не делал. Они действительно являлись довольно близкими родственниками. Ну, по тем временам так считалось. Пач, ну а Иоанн же спрашивает, ты ли Христос или ждать нам другого? То есть тут вопрос, наверное, был не в том, что он узнал его или не узнал. А... Но этот вопрос был ради учеников. Этот вопрос был из темницы. И существует две версии толкования. Что либо он ну, испытывал такое, ну, как всегда человек, когда испытывает скорбь, он начинает сомневаться в том пути, который он избрал. И на человека нападает сомнение. Это первая версия. А вторая версия, что он это сделал ради учеников, чтобы они из уст Христа Спасителя сами услышали. Потому что авторитет Иоанна был очень велик, и многие не хотели от него отлепляться. А Иоанн говорил, что я всего лишь друг жениха, недостойно развязать ремень на его обуви. То есть он хотел, чтобы его ученики стали учениками Христовыми. Вот такая еще есть версия.